церкви новую сестру Тину. Она была уже крещена и ныне хочет засвидетельствовать о своей вере. И на основании этого свидетельства воспринять Всесвятую Евангелическую Литературу Церкви. Так говорит Господь. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собой, если не прибудет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть глаза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того я пред Отцом моим небесным. Итак, для того, чтобы стать членом нашей церкви, ты должна перед Богом и Его церковью исповедовать твою веру. Поэтому спрашиваю тебя, отреклась ли ты от дела дьявола и смерти? Я отреклась от тела дьявола и тела. Обратилась ли ты ко Христу? Я обратилась ко Христу. Исповедуешь ли сейчас твою веру, в которой ты была наставлена и в которой ты желаешь? Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, и в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего, зачатого от Духа Святого, рожденного от Марии Девы, страдавшего при Понтии Пилате, распятого, умершего и погребенного, сошедшего в ад, воскресшего в третий день из мертвых, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Бога, всемогущего Отца, откуда Он придет судить живых и мертвых. Верую в Духа Святого, в единую святую христианскую церковь, в общение святых, в отпущение грехов, в воскресение плоти и в жизнь вечную. Аминь. По собственному убеждению ты исповедуешь веру в Единого Бога, Отца, Сына и Святого Духа, каким Он нам себя открыл в Своем Слове. Да. Веришь ли, что грешники могут быть спасены только через веру в Иисуса Христа, Сына Божьего, умершего за наши грехи и воскресшего для нашего оправдания? Да. Убедилась ли ты в том, что в Церкви Евангелического Лютеранского Исповедания Слово Божие проповедуется в полной чистоте, и святые таинства преподаются в соответствии с установлением Господа нашего Иисуса Христа? Да. Обещаешь ли прилагать все старания к тому, чтобы жить согласно Твоему исповеданию, возрастая в христианском учении и даже в гонениях, нужде и смерти, не отрекаться от Него? Да. Господь внимательный, на основании Твоего исповедания и обещания я, как призванный и посвященный служитель Евангелической Лютеранской Церкви, принимаю Тебя в ее члены. Впредь будешь Ты полноправной участницей во всех дарах, благословениях и правах, которые наш Господь даровал Церкви Своей на земле. Преклони колени и прими Божие благословение. Господи Боже, Отче Небесный, силою Своего Святого Духа даровавший нам новую жизнь, молю Тебя, руководи им и укрепляй ее, чтобы она служила Тебе в вере и любви, возрастая в познании Иисуса Христа, Господа нашего. Да пребудет благодать с Тобой, чтобы Ты всегда была верна Богу, и водительство Духа Святого да укрепит Твою веру, и да войдешь Ты со всеми святыми в вечное Царство Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Ваши братья и сестры, я прошу неустанно заботиться и молиться о нашей новой сестре и оказывать ей всякую духовную помощь. Господу помолимся. Наш милосердный небесный Отец, благодарим Тебя за то, что Царство Твое всегда открыто для всех верующих и крещенных. Молим Тебя, пребывай всегда с Ним, укрепляй ее святыми телом и кровью Твоего Сына и управляй ее так, чтобы она возрастала в познании и в послушании Твоему Слову. И в день пришествия Твоего даруй, чтобы она обрела вечную жизнь и Царство.
Спасителя нашего. Аминь.